Добрый день всем. Что такое тоталитаризм? Тоталитаризм – это политическая система, в которой властные органы стремятся к полному, тотальному контролю над жизнью всего общества в целом и каждой личности в отдельности. Вот, пожалуйста. Это ответ на второе письмо, которое писал их. И вот они опять пишут. Мы не можем понять ваше встречное уведомление, так как вы представили неполную информацию. Я не знаю, какую информацию. Так как это видео снято с помощью видеоредактора такого-то. И дается ссылочка. Какая информация может быть? Ну, не знаю. Государство включает сферу своего принудительного регулирования жизнь всех граждан полностью, лишая их права на самостоятельность, решение и действия. После этого письма приходят сразу два новых одновременно. В одном пишется, что я якобы опять нарушил чьи-то права. И дается ссылочки. И недолго думая, они присылают одновременно, присылают второе, что они полностью мне закрыли аккаунт. Монополия власти на информацию. При тотальном режиме все средства массовой информации подчинены партии и государству. И беспрекословно их обслуживают, будучи лишены право на свободу и слово инакомысленные. Монополия власти на информацию. При тотальном режиме все средства массовой информации подчинены партии и государству и беспрекословно их обслуживают, будучи лишены права на свободу слова и инакомыслия. Так, еще что? Вот такая вот есть. Заработок на всем видео. Ребята, если вы встретили вот такие вот ролики, знайте, что это полнейший бред. Никто вам не даст их скачивать. То есть скачать-то вам дадут скачать. Но заработать на них, ну, вы увидели результат. Просто тупо начинают они что-то гундосить. А в концовке то, что они берут и банят все это. Вот, пожалуйста. Они тупо. Мы не можем понять. Чего вы не можете понять, когда здесь, что я даже написал, мужики, вы с головой дружите. Почему же считаете, что вокруг одни мрази, а вы элита? Хотя здесь написано двумя словами, все сказано. Даже, я думаю, для дебила это будет все ясно. И еще, что я хотел сказать. Не выкладывайте фотографии. Вот я сделал фотографию буквально. Выбежал с фотоаппаратом и делал фотографию. Ну вот, красивенькая фотография. Да, красивенькая фотография. Но что она с собой несет? Давайте посмотрим. Она несет, оказывается, когда я снял эту фотографию. Размеров, ну, короче, данной фотографии. Плюс ко всему, оказывается, у меня фотоаппарат такой-то. Да, это я просто сегодня узнал, что мне, оказывается, он так-то называется. Плюс какие-то циферки, буковки непонятные. И добавка всему несет с собой путь к моей папке. Они могут спокойно зайти ко мне на компьютер, зайти и копаться в нем. И также полностью данные моего компьютера. Я не могу зайти в любое время. Так что вот эта статья, она будет внизу под видео.
Я ссылочку вот эту ставлю. Кому интересно, почитайте. Сделайте вывод. Кто мы и что мы. Если кому была интересна статья, ставьте плюс. И кому, если понравилось или что-то новое узнал, копируйте, скачивайте клип. Я против ничего не буду распространять его, чтобы другие тоже знали, что с нами творят власти имущие, для которых человеческая жизнь, она ничего не стоит. И кто работает в этой организации в Ютубе, ну, я не знаю, их людьми вроде не надо называть. Или, наверное, не мать, или не женщина хорошо, а непонятно кто. Почему? Почему-то им все можно. Например, вот, пожалуйста. Какие-то ужастики, непонятно, ходишь, ничего приличного. Весь полностью разврат, непонятно какие-то, и все нас приучают. Ну ладно, всего хорошего.